Свежее лучу. У меня красная и желтая. И делаем из нее сок. Свежеотшатый, он очень сладкий. Берем через ситечко тяжелым чем-то, или молоточком, или обычным деревянным стопочкой. Помяли-помяли. И сок переливаем в баночку. Вот пока он не окисляется, такой замечательный оранжевый вкуснейший сок, как джем на вкус. Сладчайший. И свежеотшатый кушаем. Если он постоит, он будет уже немножко с кислиночкой. Также можно с ней делать пастилу и все, что хотите. Там разные соусы. Но вот это самое полезное. Сырой, яркий-яркий сок. Вот такая яркая-яркая алыча. И сок такой оранжевый, как будто бы с абрикос. Как будто бы цвет солнца. Хотя, если на улице даже дождик, это самое оно занятие для дождя. Собрать алычу и выжать сок. И угостить всю семью. Готовьте для своих любимых с любовью.